В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу автохама, который подрезал машину беременной женщины-водителя, а потом набросился на нее с кулаками. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Запись попала в интернет и вызвала широкий резонанс. Обвиняемый, бывший сотрудник местной прокуратуры, вину свою признал, говорит, погорячился. Подошел к жене, увидел, что у него на переносице ссадина, кровавый след, очки загнуты, а право у него металлическое. Я свою вину признаю, я раскаиваюсь, но я не согласен с квалификацией, потому что никаких хулиганских побуждений не было. Инцидент произошел в августе прошлого года. 35-летний Борис Малафеев на своем автомобиле резко затормозил перед машиной Евелины Мурзиной, а затем выскочил на проезжую часть и, по словам потерпевшей, которая тогда была на 5-м месяце беременности, ударил ее по лицу за то, что та якобы не пропустила его на дороге. В декабре дело автохама было передано в суд. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью женщины. По этой статье Малафееву может грозить до 2 лет лишения свободы.